18 июля 2024 год. Будет еще одна ода тщеславию. Только вчера я говорил о том, что нечего нам расстраиваться, украинцам, по поводу того, что Трамп после покушения набрал очков себе стать президентом, больше шансов. А плюс ему сделал какого-то полного утырка, блин, себе вице-президентом этого Вейса, который называл Трампа говнюком и Гитлером, а потом решил присоединиться к нему. Красавец такой вот у нас, который говорил, что часть Украины надо отдать России. Вейс этот говорил. Ну ладно, да, так что я вчера об этом говорил, что не надо об этом по этому поводу расстраиваться, потому что еще полгода назад, когда нам переставал Байден давать оружие, я сказал, что ничего страшного, просто сейчас от Америки переходит пальва первенства к Европе. А нам, как украинцам, это выгоднее, потому что Европа ближе, где там это Америка, за через Атлантический океан. Так вот, блин, и вчера я считаю двух аналитиков, прогнозистов достойными, потому что у них предсказания сбываются в большой степени. То есть не сбываются, как это сказать. Их прогнозы оправдываются. Это Рамис Юнус и это по политике, и Агиль Рустамзаде. Они оба азербайджанцы, просто так совпало. Я смотрю кучу всяких там Левиевых, там этих иноземцев, там Рашкиных, еще какой-то, ну, очень много всего я смотрю. Но прогнозы там не совпадают, аналитика не совпадает. Ну, может быть, потому что это азербайджанцы, они не русские, не украинцы. И я только поэтому думаю, что совпадение такое, знаете, два из двух. Так вот, я вчера слушаю этого Агиль Рустамзаде у Курбатова, да, Курбатова. Был, он выступал. И он буквально вторит по их словам, которые еще полгода назад говорил, что Украине выгодно по географии, что Европа берет на себя, что она начала с прошлого лета, еще начала брать на себя часть функций там каких-то военных, для того, чтобы защищаться, всерьез восприняла угрозы от Российской Федерации. Но то, чего не говорил я, а то, что говорил, кстати, Яковина, который предсказал, что на Трампа будет покушение, потому что, говорит, истеблишмент не сможет его пустить в Белый дом второй раз, уже не будет так рисковать, скорее всего, будет как с Кеннеди с ним поступать. Он сказал, это недели за две, да, покушение на Трампа точно. Вот. Но он, кроме того, и говорил, что и Китай, он давно очень следит за Китаем, там он говорил, там чуть ли не лет 10. То есть, что там все признаки пузыря там огромного какого-то. И вот сейчас Агиль Рустам, ой, не Агиль Рустамзаде, а этот Рамис Юнус говорит о том, что Китай, который очень плохо себя сейчас экономически чувствует, там, по-моему, перестал спасать недвижимость. А это треть, извини меня, ВВП экономики Китая, это недвижимость. Но когда у вас пустые дома взрывают целыми кварталами, это Эвергранде там обанкротилась. То есть это нехорошие признаки. То есть когда Трамп китайцев не любит страшно. И если в случае, а сейчас это большая вероятность, приходит на пост президента США с Трамп, с еще более утырочным, блин, этим Вейсом, блин, то вполне возможно для спасения собственной задницы, блин, китайцы могут пойти на сделку с Европой по поводу того, что России мы не помогаем, Украину мы не трогаем. Ну, Европа заинтересована в том, чтобы Украина сохранилась, хотя бы как форпост перед этой долбанутой на всю башку рашкой. Так что, ребята, не куксимся. Все будет Украина, по-моему, все даже лучше, чем и Т-54. Гребаный капец. Я думал, ну там что-то листаешь какие-то новости. И тут Т-54. Ну, думаю, чихня. Это танк 1946 года. И потом я вижу видео, где действительно на эшелоны идут, блин, эшелон идет, люди снимают. Т-54 идет воевать в Украину. А где ж Т-90? А где ж армата? Неуловимая. Не ловится, да? Она и по России так гоняет, что не поймаешь. Ждем Т-34. У меня в Харькове на площади Конституции Марк Файв стоит. Там 1916, по-моему, года выпуска. Россияне, вы не претендуете, понимаете? Да не может в Харьков так ловится, чтобы именно на Марк Файв повоевать. Хрена вам, лысого, блин. Хотя у вас один есть уже. Все буду Украина, не проймайтесь.